На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Сарапуле по-прежнему остается крайне напряженной. И количество заболевших не снижается. Врачи ковидного центра работают на износ. Об этом на городском оперативном совещании доложил главный врач Сарапульской городской больницы. Мы в течение недели держимся 148-165 пациентов. То есть сотрудники работают, ну, если честно, с большой очень нагрузкой, тем более жара, работа в этих средствах спецзащиты. Количество поступающих больных не снижается. На амбулаторном лечении вот на сегодня 320 пациентов. В связи с этим вакцинация против COVID-19 в условиях пандемии имеет особое значение. На этом фоне, в общем-то, мне непонятно вот эта вот кампания антипрививочная и вялость людей, которые, ну, считают себя образованными и под любым предлогом пытаются, ну, по меньшей мере затянуть это удовольствие. Мы нарастили темпы вакцинации, сейчас где-то, ну, вот с той недели около 400 делаем. А в этот раз, ну, я считаю, для нас успешный был выход в магнит по 75. Напоминаем, что в Сарапуле провакцинироваться от новой коронавирусной инфекции можно в поликлинике номер 3 и в поликлинике Южная. Также одной из главных тем оперативки стало благоустройство города. А именно глава Сарапула указал на ряд фактов ненадлежащего содержания территорий. Один из примеров – улица Ленина. Вот этого не должно там. Грязь, мед, лужи стоят. А это уже улица Комсомольская. У канала стык лежат две плиты. Но это не просто плиты, это опоры теплосетей. Все продемонстрированные нарушения глава Сарапула поручил устранить.